Я Кондратьева Александра Александровна, медицинская сестра палатная гастроэнтерологического отделения. Работаю в больнице Ивановой. И сегодня хочу рассказать о моем наставнике Гордеевой Елене Валерьевне. Это старшая медицинская сестра нашего отделения. Когда я училась в колледже, я пришла на практику в это отделение. И тут я познакомилась с Еленой Валерьевной. Мне очень нравилось в этом отделении. Она все рассказывала, показывала. Здесь я познакомилась с эндоскопическим кабинетом. Вот. Это было для меня очень интересно, потому что в то время я писала как раз диплом по этой теме. Позже, когда уже закончила колледж, получила диплом, я думала, куда пойти дальше работать, и вспомнила, что Елена Валерьевна звала в свое отделение на работу. Я во многих больницах проходила практику, но вот именно Елена Валерьевна она звала. В то время для меня это было важно, потому что она брала без опыта работы. Когда я устроилась туда, я сразу влилась в коллектив. Елена Валерьевна во многом помогала мне. Елена Валерьевна, она, у нее уже первая категория, она довольно-таки давно работает в сфере медицины. Она очень хорошо владеет катетерами. Вот. Я долгое время не могла их освоить, но благодаря Елене Валерьевне она меня обучила, как все правильно делать. Через несколько месяцев после того, как я устроилась, Елена Валерьевна отправила меня дальше учиться на эндоскопическую медсестру, и у меня уже есть сертификат, и я могу там работать. Тоже интересный опыт был. Я узнала, почему медицинских сестер называют енотами-полоскунами. Это очень забавно, потому что медсестры большую часть времени они проводят в обработке эндоскопов, и их руки все время в воде. Поэтому у них такое смешное название. Елена Валерьевна, она такой двигатель нашего отделения. Она всегда все знает, везде все подскажет. Она очень чуткая, добрая, может успокоить, если вдруг что случится. Она как бы наш такое всевидящее око. Елена Валерьевна, она довольно-таки... Она, с одной стороны, добрый руководитель, в то же самое время строгий. В основном, как бы по работе строгая, если там какие-то, например, семейные проблемы, это уже совсем другое. Благодаря Елене Валерьевне я очень отношусь к работе ответственно. У нас бывают иногородние дети, и мы должны ставить на учет. И благодаря Елене Валерьевне она вот нам объясняла, где это, что нужно смотреть. Это заставляет нас смотреть наперед. Сразу смотрим все регистрации и тому подобное. Она была таким... человеком, который меня подтолкнул в медицину, именно в это отделение и именно в педиатрическое, потому что мне понравилось с детьми работать. Я бы хотела поблагодарить Елену Валерьевну Гордееву за ее заботу и попечительство, которое она каждым днем проявляет, за то, что она подталкивает на изучение чего-то нового, за то, что она продвигает наше отделение, и мы все новое и новое узнаем вместе с ней. Большое спасибо.